Друзья мои, всем привет! Продолжаем наш экскурс по сортам клубники. Ранние сорта продолжают нас радовать. И вот подошла очередь нового сорта, приобретенного только в прошлом году, Vibrant. Еще во время цветения, когда я видела вот такие вот высокие, мощные цветоносы, которые стояли выше уровня листвы, я уже предполагала, что урожай должен быть неплохой. Но то, что он будет вот такой, с такими ягодами, крупнющими. Посмотрите, какие красавцы. Спичный коробок там на заднем плане практически теряется. Перед вами это все посадки прошлого года, однолетние. Сейчас мы там глянем, посмотрите вам. Сорт новый, усов было не очень много, поэтому, опять же, как и с сортом квики, я садила по одной штуке. И вы видите, что мы получили уже на следующий год. Это красота. Я понимаю, что селекция, она не стоит на месте, но чтобы шла такими семимильными шагами, честно говоря, я и не предполагала. Цветоносы очень мощные, конечно, когда они стояли вот так вот торчком. Это было очень красиво даже во время цветения. Но, естественно, вот такие вот ягоды тяжелые, их удержать невозможно. Поэтому, конечно, выращивание на спанбонде или хорошее мульчирование соломой, сеном, оно позволит есть чистые и неповрежденные ягоды. По вкусовым качествам данный сорт Vibrant, он, скажем так, несколько уступает предыдущим, которые я делала обзор, квики и клерии, ну, естественно, львовская ранняя. Но, честно я вам скажу, за такое количество ягод, за такую выровненность, то есть на каждом цветоносе от 6 до 8 ягод, урожайность в первый год. Обращаю ваше внимание еще раз. Это первый год посадки по одному усу. И вы посмотрите, сколько здесь товарной, красивой ягоды. Сейчас мы подойдем к посадкам позапрошлого. Нет, вернее, прошлого года, но весеннего. То есть то, что закупалось прошлой весной. Естественно, весенняя посадка, она абсолютно не показательна. Это, как я всем и объясняю, что если вы весной покупаете рассаду клубники, то это исключительно ради получения достаточного количества своего посадочного материала. Потому что при весенней посадке ни размер ягод, ни урожайность, они абсолютно не показательны. И, как правило, в общем-то, урожая как такового и нету, только нарастают хорошо усы. Так вот, сейчас мы с вами глянем, что там у нас с двухлетней посадкой, но я думаю, она тоже очень сильно порадует.